рассказ о том, как разборзевшие бояре на кол всех пересажать желали. Не сказать, чтоб жили, просто были русичи на территории своей. Но внезапно бусурмане заявили, что опасна хворь для всех людей. Сей аспект языкоблуды раскрутили, да не только по Руси, по всей планете. Паника народы охватила, ведь никто не мог найти ответы. Говорят, что хворь опасна и смертельна, но при этом отболеешь, не заметив. Говорят, отнюдь не рукодельно, тогда знают все о ней уже столетия. В общем, заявили бусурмане, чтобы все цари, а также их бояре, к ним прислушались и сделали во благо то же самое, что делала гестапо. Лекарям внушить, что, мол, герои, коли в суете, а не в покое, те проводят свои дни и ночи, якобы спасая, что есть мочи, но на деле выполняя указания, что как будто бы для них же было тайной, пополняли списки горемык тех, что в здравницах пришел кирдык. Почему исчезли все болезни? Почему все вымирают лишь от хвори? И откуда столько изменений в том, что связано с банальнейшим здоровьем? Просто всем известный окнаделец распахнул окошко Авертона, промолчав, что он же совладелец главного в миру аттракциона. В парке том гуляем мы с рождения, редко кто выходит за ворота. Многие не придают значения, что тем самым продают свободу. И поэтому, когда им наказали тряпочкой прикрыть свои уста, все они покорно осознали, что им по-другому быть нельзя. Начались конфликты средь народа. Были те, кто против, и кто за. И крича про значимость закона, продолжалась долгая борьба. Трезвые старались вразумить всех. Челядь же кивала на указы, мол, при выполнении которых мы избавимся от новенькой заразы. И хоть большинство их выполняло в сущности и качестве своем, но болезнь все так же разрасталась, начала мутировать при том. Наперед подумавшие бояре стройку начали госпиталей. Также и закончик подписали, чтобы направлять туда людей. В тех палатах все предельно просто. Все по двое временно живут. Но заметив хвори той прироста, переноски сразу же сожгут. Как-то негуманно, все ж не ведьмы. Время есть иначе порешать. И растачивая колья испаления, начали к сему всех призывать. Мол, сидеть на них полезно для здоровья. Из березки лучше, чем из пальмы. 60% поголовья должны выполнить вот это указание. Побежал народ искать в селе сараи, очередь стоя, чтобы присесть. И пройдя этап негодования, утверждали, все же польза есть. Остальные косо так смотрели, как-то странно, как-то не понять. Разрастались в голове сомнения, что вот это может помогать. Но бояре утверждали, что на них же, что, мол, вводят колья уже в третий раз. А крестьянам нужно стать потише, чтобы беспрепятственно пахать. Далее история разнится. В письменах писали, все прошло. Колья с хворью справились отлично.
и у всех все стало хорошо. Но и были те, кто отрицали, утверждая, что сей глупый люд с колиев окровавленных снимали, спровоцировав страшнейший самосуд. Мы не знаем, что же было дальше. Мы не знаем, было ли вообще, может, строчкой данного послания просто мысли в буйной голове. Может, кто-то ради развлечения написал все это, срифмовал, не имея цели оскорбления, всю ответственность себя убрал.